Всем привет! Сегодня мы настроим Wi-Fi и подключим наш OpenBox S2 Mini HD к интернету, чтобы использовать карт-шаринг. Для этого нам понадобится, конечно же, телефон с подключением к интернету, ну и сам адаптер Wi-Fi. Можно использовать OpenBox AR, есть такое на чипе Ralink. Можно использовать любой другой на этом же чипе. Итак, посмотрим, что у нас в коробочке. Итак, вот наша коробочка. Тут написано спецификации. Так, откроем коробочку. Это диск, но он нам не понадобится. Так, вот такой удлинитель. Сам адаптер. Колпачок. И антенка. Итак, подключаем. Подключаем в USB. Включаем наше устройство и включаем телевизор. Так, сейчас я передвину камеру на телевизор. Итак, далее мы переходим в настройки нашего Android телефона. Заходим в настройки. Выбираем еще, нажимаем режим модема, и точку доступа нам надо включить. Пока никаких паролей мы ставить не будем. Так, выходим, значит. Так, телефон нам больше не нужен. Заходим в настройки тюнера. Так, выбираем настройки системы. Выбираем установку сети. Далее выбираем установку Wi-Fi. Так, здесь мы режим Wi-Fi включаем и нажимаем APS-CAN. Так, мы видим нашу Android AP. Нам надо ее включить. Так, вот она у нас автоматически подключилась. И думаю, что на этом весь процесс, в принципе, и закончен.
Так, что у нас там в ручной установке? Здесь мы можем, да, если у нас под паролем, здесь мы можем ввести наши данные паролей. Но так как у нас пароля не стоит, мы ничего здесь не ставим. Так, выходим. Это у нас настроено НТВ+, канал Евроньюз. Попробуем какой-нибудь HD канал. Это у нас идет кардшаринг. И возьмем, к примеру, Discovery канал. Так, смотрим, как у нас потянет HD канал. Прекрасно работает, так что все тянет. Ключи идут. Так что используйте, можете использовать на даче. Это вообще идеальный вариант. С пару с телефоном. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Счастливо! Поставил.